Что может помочь при головной боли на сухих? Благодарю. На сухих головной боли может помочь разные аспекты. То есть головная боль на сухих днях – это абсолютно нормальная ситуация, потому что выходят токсины, да? Вот. И одно из таких применений, я уже говорила, так вот вставляете какую-нибудь ручку, карандаш, там еще что-то вот сюда вот. До упора, до скольки можете. И ходите так не менее 5 минут. Что происходит? То есть у вас аж онемение идет вот здесь вот. То есть вся кровь приливает сюда, чтобы держать эту ручку, чтобы держать в этом состоянии в открытом и держать ручку скулы, челюсти. Вот. И сюда идет очень сильный, очень мощный прилив кровотока. И он идет вот отсюда. Вот. И потом, когда вы минимум через 5 минут убираете, он так... И как будто обновляется кровь во всей голове. Головные боли проходят. Но бывает такое, что еще нужно... Это не панацея. У некоторых не проходит, у некоторых идет зашлаковка такая достаточно мощная. И в некоторых случаях нужно либо выходить на так, точно так же на полынь и потом снова заходить, то есть прочищать вот это вот все, что скопилось, либо делайте клизму. Вот, потому что головные боли могут еще идти, потому что здесь вот идет сопление, здесь у нас идет кровоток, который поднимается в голову, который дает свои импульсы. Вот.